В Астане завершился пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Страны-гаранты приняли положение по созданию рабочей группы, задача которой – определить зоны деэскалации, а также доработать условия их создания. По словам спецпредставителя президента России по Сирии, эта рабочая группа наделена всеми необходимыми полномочиями для решения текущих вопросов. Как отметил Александр Лаврентьев, сейчас страны-гаранты работают над перечнем документов, в числе которых соглашение по созданию координационного центра, регулирующего ситуацию в зонах деэскалации, правила использования военных сил в зонах, где будут прекращены столкновения между конфликтующими сторонами. Планируется, что следующий раунд переговоров на высшем уровне пройдет в конце августа.